всем привет, ребят. Сори. Снимаю тут такой видосик, качаю, короче, я силу и... Ой, охреневая просто. Просто я в шоке. Почему в шоке? У меня пропали книги. И, как видите, они все ушли на прокачку силы. Я столкнулся с проблемой. Мне опять не хватает книг. И я просто охуел, где их взять. Ну, у меня было 20 книг, и они просто улетели, да, и силу качнул там неплохо, но все печально. И, короче, у нас сегодня опять, как обычно, трэш-контент, с вас лайки. Будем сегодня ебошить опять в этот роллинг. Ну, я не знаю, мне тут уже ничего на этом аккаунте не надо, но будем пытаться что-то выбить, потому что есть коллекционер. Сори, немножко горло болит, все-таки простыл вчера. Надо отсюда достать вот эти вот книги, поэтому у нас будет роллинг. Роллинг не длинный, также мы подкрываем топовые плюшечки. Такие вы, в принципе, попозже увидите. Поехали, делайте чаек и поехали трэшевать. Детям можно сразу отойти с мониторов, от мониторов. Так, окей, let's go. Гарпия такая себе. Нахрен не надо. Ну, командора, блядь. Ну, это командора была, ребят. Подкручено все однозначно. Так, давай, блядь. Ну, что я могу сказать? Мы бабулю только что... Практически я не буду выражаться, потому что, возможно, дети есть, но вы поняли. Так. Короче, ребят, ну его нахуй. Я пошел, а вы любите лайки и ждите следующего видоса. Я сейчас попью водички и вернусь. Ну это просто ебаный пиздец. Я просто, блядь, не кричу, не ору, потому что горло болит. Ну вы, короче, все поняли. Думаю, вы за меня поорали. Поехали дальше. Батька ролит. Как думаете, кто следующий будет? Кого мы следующего нагнем? Да, Сура, конечно же, блядь. Че там? Че там на русском сервере, ребят? Как вам? Как вам в том говнище играет? Ну, честно говоря, я там не играю, так чисто для вас видосики пишу. Это просто пиздец. Даже нет слов. Пилю такой, сижу, блядь, и тут хуяк сразу три бабушки. Ой, ну не три бабушки. Две тёлочки, один непонятный. Ну, непонятно, ладно. Поехали дальше. Бочка. Ну, в общем, вот так вот, ребята. Вот так вот, суккуб. Будем, дети смотрят, постараемся не пиликать. Ну просто лысый Афинка потлатый. Ну чё я могу сказать. Так, поехали дальше. Еще один, короче, день. Ну чё там, рандомчик? В принципе, мы уже собрали то, что нам надо было. Все там, ну такое себе. Бигфут, ну кого я Бигфутом удивишь на таком аккаунте? Вот такие, бля, у тебя эмоции. Ребят, когда у вас будет столько савов, и вы не будете знать, что с ними делать, у вас тоже ноль эмоций будет. Мне проще на бездоне выбивать каком-то, кому-то ролик, поэтому кидайте заявочки. Короче, третий ролёв, ну его нахер. Я закрываю это все, это печально. Так, что тут у нас интересного? Ну, вот такие вот плюшечки. Сейчас мы подкрываем. Самое главное, сочное здесь это... 50 Рудольфа, 50, там, не 100, не 500. Ну, это все фигня. Рядом, там,
топовые мешки, да, там можно вытащить топовых героев последних. 100 сумок восьмого таланта, ребят, 100 сумок восьмого таланта, блин, на русском сервере хрен соберешь, вот просто хрен соберешь восьмерку, здесь я получил 100. Что тут сказать? Вы, в принципе, сами все видите. А, так, да, ребят, я захожусь. Ну а вы, репите лайкусики, делаем топ-контент, движемся к 900-ка силы. Еще немножко, еще чуть-чуть, мы дернем этот Castle Crush. Многие спрашивают, тебе не надоело? Да, ребят, это, ну как, все покупают, все бесплатно. Админ, панелька везде, что должно надоедать? Напоминаю, конкурс будет, поэтому ждите видоса, а то многие уже там в панику впадают. Вот когда, когда то, когда это. Ну, что-то зависло. Раздуплиться не может. А вы перед тем, как донатить, задумайтесь, нужно или можно ли и куда. Так, окей, забрали. Блин, так долго, так больше всего не люблю это вырезать, но ничего не поделаешь. Все, можем дальше качаться. Но я, конечно, буду качаться, как вы поняли, без вебки, не на видосик. Это повеселей, чем сидеть вот тогда щелкать. Не буду говорить, чем. Так, поехали. Забрали мы плюшечки. Поехали дальше. Поехали, посмотрим, что там у нас интересного топового. Пооткрываем, конечно же. Как видите, я здесь все-таки чпокнул топ-1, я и бы больше набил, но видели, да, кто не видел видос, посмотрите, там слился герой, это печально. Я чуть не плакал. А, так. Окей. Ну, что тут такого? Ну, такое. Такое, короче. А, так, Enter. Pet Plaza. Pet Plaza. Pet или Pet. Не знаю, как это уже читать. А, так. Поехали. Тут мы забрали. Поехали, посмотрим, что у нас по интересным ништякам. Так, это я открою, думаю, вам попозже. Пишите комменты, хотите вы увидеть такой контентик. Открываем эту дичь. Ой, отлично, книжечки, 200 книг, огонь. Так, что у нас еще интересного? Давайте вот эти вот сумочки пооткрываем, посмотрим, какой шанс. Отрешуем, толку от них, конечно, нет. У меня и так уже все максимальное. Такс. Отлично. Ну вот, посмотрите. Это просто аут. Сколько восьмых эмблем я могу вытащить? Они мне не нужны, потому что у меня их дофигища просто. Так. Окей, четвертое мы не трогаем. Вот самое основное, то, что я буду сегодня открывать. Вот эти вот сундучки, мы посмотрим, какие там шансы. Конечно, мы не все увидим. Так, что у нас есть еще интересного? Quick Trades. Supreme Pact. Давайте посмотрим. Bingo Blast. Это все такое, оно все неинтересное здесь. Просто ради интереса. Так, Supreme Gifts. А, мы забрали все. Ну, комикс. Так. Инку.
закрыть сундуки, когда потратили алхимик. Ну, честно говоря, что-то такое все печальное. Давайте в Маназу зайдем, посмотрим, что там у нас. Смешно, конечно, смотрится это все. До сих пор мы не можем собрать вольта, хотя тут вольт продается, по сути, за 10 баксов. Ну, это смешно, конечно, я не вижу где логики здесь, но это HG. Так, окей, поехали. 1000 книг, но этого мне, наверное, будет даже маловато. Поехали. 1480 сундуков. Я не знаю, сколько мы там. Просто считайте, кто любитель считать вот это все. Потом напишите в комментах. И будет вам счастье. Может, к вам придет какая-то часть этих ресурсов. Ну, коробки неплохо падают. Да все неплохо падает. С такими-то ресурсами. Сейчас посмотрим, сколько у нас там СО-пактов, книг. Что там у нас еще? Камешки. Ради интереса. Ну, слизни, я думаю, это неинтересно будет. В общем, вот такие вот здесь шансы, ребят. Я это все считать, конечно же, не буду. Я просто манал. Это просто расходный материал. Да, для многих там многие бомбят. Вот, нахрена столько. Ну, когда вы будете играть в топе, дай бог это всем, вы поймете, что такое ресурсы и что такое неограниченные, скажем, ресурсы. И когда ты понимаешь, что тебе, чтобы там поднять эту планку силы там на 10-20, тебе надо влиться, тебе надо нагнуть английский сервер, что мы сделали, в принципе, твинком, причем, ну, в принципе, мы, по-моему, всех нагнули твинком, потому что там многие кричали на английском сервере: вот там топы жесткие. Ну, ребята, извините, не вижу я здесь никаких топов уже, все печально. Ну и дальше мы уже так по накатанной просто двигаемся, поэтому ничего личного, это просто чистая игра, и я играю как бы в свое удовольствие. Мне там что-то доказывать, кому-то показывать, там многие: вот понты, ребят. Я снимаю контент, я снимаю для вас контент, чтобы вы понимали, куда вливать ресурсы, куда их не стоит вливать, зачем, почему, чтобы вы нормально играли, комфортно себя чувствовали и имели всегда видосик при выборе того или иного таланта. Другое то, что вы, многие, извините меня, просто есть шляперы, которые скажем так, не уважают творчество ютуберов, которые делают для вас контент. Там начинают, я не говорю там о нормальных людях, я говорю о тех, кто там начинает что-то в комментах вякать, что вот так, вот так, вот так. Ну, честно скажу, таких, к счастью, очень мало, поэтому я рад, что у меня на канале в основном адекватные взрослые люди, и они как бы поддерживают то, что я для них делаю, то есть для вас. И, соответственно, вы не теряете время, и у вас есть возможность правильно развить свой аккаунт, чтобы потом его случайно со стойкостью на рину не загробить вот так вот, либо с бегом там на чем-то. Поэтому перед тем, как что-то писать, подумайте, кому вы пишете и что вы пишете, и толк от этого коммента. Ну, меня просто, честно говоря, такие комменты улыбают, поэтому для меня это трэш, для меня это вот, знаете, вы чистая игра. Пришел после работы, расслабился, поуграл, поиграл, показал нормальным людям адекватным контент, сделал нормальный контент, а не сопли, потому что многие есть сопли жуют, а вот так, а вот это. Ой, сори, ребят. Поэтому у каждого есть своя аудитория, и я рад, что у меня она адекватная, взрослая. Так, окей. Поехали ужасаться. Плюс 5500 книг. Меня это радует. Так, кулачки немножко там подросли, но незначительно. Такс. Смотрим, что там у нас. 500 коробок где-то мы получили. В принципе, тоже неплохо. 500 коробочек. Так, смотрим дальше. Пакты. Мы не посмотрели. 188 пактов, ребят. Ну его нахер. 188. 180 ISO. Ну, я могу вам просто вот так вот, ребят, просто так вот от души, я надеюсь, там вам придет эта удача, и вы получите эти талантики от души просто. Так, смотрим дальше, что там у нас еще интересного. Камешки, ну, по 32 тысячи уже, их было там 15, то есть, как видите, нормально такая прибавочка шла. Скоро, чувствую, идем мы перелимит, и будут увеличивать нам до
ну, не знаю, там, до 100 тысяч. Что-нибудь было, нельзя было это сделать все сразу. Я не понимаю. Так, рунки. Вроде с такого все. Все, что надо было, мы посмотрели. Вот, такой вот контентик. Я думаю, силушку до 900 мы очень быстро качнем. Как видите, я за сегодня плюс 20к сделал. Пишите комменты, лайки, репостики. Я надеюсь, вам нравятся такие видосы распиздяйские. Всем удачи, всем пока.